Современный мечевой бой завоевывает все больше поклонников. Это полноконтактное единоборство с применением рыцарских техник ведения боя, имитацией мечей, вооружения и щитов. Приобщиться к данному виду спорта в нашем регионе можно в клубе «Авалон» Ивановского района. 6 воспитанников достойно представили губернию на чемпионате России, получили призовые места. Чемпионат мира проходил в Белоруссии, и 2 девочки от Ивановской области завоевали, в общем, первые места и стали чемпионами мира, каждый в своей номинации, в своей возрастной категории. Мечевой бой, несмотря на серьезное название, спорт сравнительно безопасный. Поэтому его нередко выбирают и девушки. У Ксении титул чемпионки мира. Отправной точкой к этому званию стал пытливый ум и в какой-то степени банальное детское любопытство. Какие истории пришли и рассказали об этом замечательном клубе. Мне стало очень интересно, потому что это мой любимый предмет. И вспоминать то, как дрались наши предки, и заниматься этим, и причем на очень безопасном оборудовании. Это очень интересно. Мечевой бой недавно вошел в Союз национальных и неолимпийских видов спорта, в Российский союз боевых искусств. И это тоже большое достижение, которое было бы невозможно без упорства его приверженцев. В ближайшие 2 года планируется, что СМБ станет полноценным видом спорта. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.